В этом году главная тема экологии по сценарию студенты во время обыкновенного субботника находят необычную игру, ввязавшись в которую, окунаются в приключения. На «Веснушке 2017» лучшие творческие коллективы колледжей и техникумов. Вокал, хореография, оригинальный жанр, художественное слово и другие направления театрального мастерства. Номера представлены в самых разных номинациях. В одночасье сцена превращается в импровизированный ринг, и на нем появляются мимы. Нога! Нельзя! Буепа! Нельзя! Как нельзя? Ну нельзя! У артистов пантомимы свои секреты успеха. Они отлично знают, как рассмешить зрителя. Надо быть самим собой, во-первых, а не суетиться, во-вторых. И шутки, они, знаете, как рассмешить ребенка. Вот примерно такое же. Шепелявить, вот это картавить там и так далее. Ну я просто сам в себе такой клоун немножко, да, люблю смешить, веселиться. Один из самых любимых зрителями жанров – КВН. Игроков зал встречает на ура. Гала-концерту, на котором представлены лучшие творческие номера, команды готовились основательно. Мы собираемся всей командой, начинаем думать шутки. Они оказываются очень банальными или заезженными. И приходится думать и думать и думать. Вот, и в конце концов что-то придумывается. Готовимся мы очень долго, по 2 месяца. Вот, и это очень сложно, когда у тебя нет своих режиссеров, у нас все делают сами педагоги-организаторы. В этом году у нас такое новшество, как мастер-класс. Мы провели до начала основной фестивальной программы 6 мастер-классов, где профессионалы смогли рассказать ребятам, поделиться своим опытом, каким образом лучше ставить танцевальный номер, каким лучше образом выстраивать там вокальное выступление, что надо подтянуть, например, в вопросе организации каждого концерта. Открытый городской фестиваль самодеятельного творчества «Веснушка» проводится в Самаре ежегодно. Он объединяет студентов техникумов и колледжей. Организатор фестиваля – Самарский дом молодежи при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары. На «Веснушке» артисты каждого учебного заведения представляют на суд жюри концерт, который создали своими силами. Если по каким-то причинам в программу вошли не все зрелищные и интересные выступления, их смотрят отдельно. В этом году комиссия увидела свыше 10 концертов и более 50 номеров. Мы же не можем студентов оценивать только как профессиональных артистов. Потянул ножку, вытянул пальчик или нет. Мы оценим, у нас много критериев. И критерий какой-то душевности, да, и критерий того, что и некоторых ребят просто хочется поддержать и дать им путевку на большую сцену. Поэтому, конечно, работать всегда сложно, работать не с профессионалами, а теми людьми, которым это очень нравится. Они очень хотят попасть на сцену и очень всегда болеют за то, что они делают. В этом году фестиваль расширил горизонты. Кроме самарских студентов, в нем участвуют артисты из Тольятти. «Веснушка» проходит в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары». Она направлена на то, чтобы выявлять таланты и помогать им развиваться, чтобы молодежь была социально активной. «Веснушка-2017» объединила свыше 1000 молодых артистов города. В планах пригласить к участию студентов среднеспециальных учебных заведений со всех уголков губернии. Алина Чемерис, Артем Сулайманов. События.